Першыя сакратары районных камітэтаў і прадстаўнікі самых паспяховых первічных арганізацый сабраліся ў Лельчыцах, каб падвесці вынікі дзейнасці ў мінулым годзе. Гомельскаму абласному камітэту ёсць чым ганарыцца, гэта быў год перамог і дасягненняў. Лідзіруючая пазіцыя, занятая ў студатрадаўскім руху, перамаглі гамельчане і ў рэспубліканскім спартыўным мерапрыемстве «Алімпія». Яркім стаў поспех адразу двух прадстаўнікоў нашай вобласці на конкурсе выканаўцаў маладзёжнай песні ў Ростове-на-Дону. Ва ўнутраным карпаратыўным спаборніцтве «Лепшая ў рэспубліцы» стала первичная организация БРСМ Гомельского державного колледжа имя Выгодского. По итогам прошлого года очень много было призовых мест по разным направлениям деятельности. Есть чему поучиться, с чего взять пример и перенять опыт другим регионам. Особливый гонор – перемога на республиканском уровне волонтерского отряда «Эдельвейс» Советской районной организации БРСМ. Под эгидой Союза «Доброе сердце», у яких выходит и «Эдельвейс» у Гомельской области, действуют амаль 150 отрядов, которые объединяют больше за 4000 доброахвотников. Менавіта яны от чистого сердца допомагают людям, которые в этом саправды мают потребу. Увагу надают им малозабеспеченным семьям и инвалидам и пожилым людям. Самой масштабной летошней акцией стал марафон «Усе фарбы життя для тебе». Дякуючи мероприемству 50 миллионов белорусских рублей были пералічаны на рахунки двух молодых людей, которые потерпели в вынику ДТЗ. А кроме того, у минулом годе волонтеры допомагали обновлять церкви, реализовывали экологичную программу «Чистый свет», собирали портфели канцтовары для першокласников. На досягнутым тут не спыняются. Первый месяц 2016 года уже отзначены добрыми выниками. Казалось бы, 2016 год вот только наступил, да, и для нас уже большая гордость, то, что командир нашего волонтерского отряда стал победителем на областном этапе конкурса «Моя законотворческая инициатива» с проектом создать в городе Гомеле первый региональный центр тьютерской помощи для детей с особенностями психофизического развития. Сегодня колькасный состав областной организации БРСМ – амаль 80 тысяч человек. Это другие по величине показчик у республики после Минской области. На 2016 год тут великие планы. Будем стараться довести до молодежи, что такое культура. То есть это не только концерты и выступления, это в том числе также и культура поведения. Культура общения. Вот мы на это будем упор стараться делать в этом году. Молодь региона на справе не раз подтвердила, что яна творчая, инициативная и адукованная. Головное мкнение – заставаться лидерами во всем. Катерина Сапельникова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель» из Лечицкого района.